Хотела бы сказать, тоже действительно очень сложная тема, но на самом деле у нас эти пациенты находились в лечении с синоназальным дифференцированным раком, и эти пациенты, как нам попадались и в процессе уже лечения другого учреждения на консультацию, пересмотр препаратов, так и эти пациенты, которые находились у нас в лечении. Хотела бы сказать о том, что, просмотрев литературу совместно со всем отделением, с хирургами нашего отделения, мы действительно пришли к выводу, что это действительно очень редкая опухоль, и о ней очень мало описано, и очень мало говорится вообще. И впервые было описано в 1986 году интересное сообщение, о котором, как видите, небольшая когорта пациентов, это всего 8 человек, и возрастной диапазон это от 30 лет. До 77 присутствуют и женщины, и мужчины, и различные локализации. Видите, представлено, что представлены несколько различные пазухи, и по слева или справа это рассказывается также о том, как, действительно, для каждой из этих опухолей, недифференцированные опухоли, нейробластомы и нейроэндокринных опухолей, как, что характерно именно для каждой из этих опухолей, в том числе для маркеров, которые исследуются при иммуногистохимии. Ну и то, о чем говорила Анна Сергеевна, хотелось бы просто представить то, что для нас, вот для диагностов это действительно все понятно, но для нас, хирургов, это достаточно сложно, потому что мы не понимаем в этом, но и хотела бы сказать о том, что даже понимая, что для патоморфологов это все просто, и для них оказалось после сегодняшнего доклада не все так просто определить, какая именно опухоль, не спутать ее с другой опухолью. Бывает так, что к нам приходит пациент, у него стоит диагноз меланома, мы пересматриваем, у нас отделение, лаборатория патоморфологии, эти препараты, оказывается, что вот такая редкая опухоль. Ну и хотел бы сказать о том, что также еще одно из исследований, о котором говорится, что заболеваемость составляет 0,02 на 100 тысяч населения, о чем говорили также предыдущие докладчики, чаще всего, конечно, болеют мужчины. Средняя выживаемость по этому исследованию составила 22 месяца, и общая 5-летняя выживаемость, ну, почти 40%. Представлено на слайде большое количество исследований. Специалисты, наши коллеги, которые представляют материал, свой материал, и, как видите, материал небольшой. У каждого из этих представленных исследований очень мало пациентов, и одно из самых больших таких наборов пациента – это в 36 человек с Тайваня, где также просмотрено в наблюдении, к сожалению, начало и окончание исследования не указано, но количество 36 – это действительно больше, чем все остальные, которые были исследованы. Ну и хотел бы сказать, что у нас тоже, мы, проанализировав дальше это исследование, понимаем, что эти пациенты в лечении тоже достаточно сложно. Когда выполняется диагностическая операция, удаляется опухоль, и мы получаем этот материал, мы понимаем, что здесь действительно имеет место редкая опухоль. И посмотрев по данным литературы, и в том числе в этом исследовании, мы понимаем, что пациенты градируются по лечению. Кому-то выполняется только лучевая терапия, кто-то получил в этом исследовании лучевую терапию, химиотерапию. Ряду пациентов выполнят только хирургическое вмешательство или хирургическое вмешательство вместе с лучевой терапией. Ну и была группа пациентов, которым была проведена операция, лучевая терапия и химиотерапия. Ну и как видите, на данном графике представлено, что самое вот выше всех это получается по выживаемости, это пациенты, группа пациентов, которым была проведена радиотерапия и хирургическое вмешательство. Но вопрос на самом деле спорный, поскольку есть другие исследования, в которых говорится, что в ряде пациентов это опять же зависит от выборки пациентов, что является наиболее эффективным. Ну, в частности, в том исследовании именно представлено таким образом. Ну и то, о чем говорил предыдущий докладчик, это опухоль, которая локализуется, и чаще всего это полость носа и основная пазуха. В 10-15% случаев может метастазировать в региональные лимфатические узлы. И хотел бы сказать о том, что действительно редко, и среди всех синоназальных карцином, поскольку есть дифференцированные, недифференцированные, и как предыдущий слайд был о том, что есть высоко- и низкодифференцированные, и составляет 3-5% среди всех синоназальных карцином, средний возраст от 50 до 60 лет, но в последующих слайдах я представлю, что есть действительно и молодой возраст, который представлен на данных слайдах. И хотелось бы обратиться к клиническим рекомендациям Минздрава Российской Федерации. На самом деле достаточно сложная действительно эта категория пациентов. Упор и ссылка на лечение и уровень доказательности и обращение в
на самом деле этих пациентов к нам, позволяет нам на сегодняшний день определить тактику в лечении этих пациентов, как представлено в зависимости от градации Т1, Т2, Т3, Т4А и уже пациенты с более распространенным процессом. Если речь идет о первичном образовании, это категория Т1, Т2, рекомендуется хирургическое лечение. Хирургическое лечение, то, о чем говорила Ольга Игоревна, на самом деле, если оно возможно выполнить в радикальном режиме, это действительно будет очень здорово, либо предлагается лучевая терапия в самостоятельном режиме с целью повышения выживаемости. В категории Т3, Т4А рекомендуется хирургическое лечение на первом этапе или химиолучевая терапия. Какие режимы лучевой терапии и химиотерапии расскажут предыдущие докладчики. Здесь также, опять же, с целью увеличения выживаемости, поскольку опухоль действительно, локализация очень сложная и очень быстрое распространение имеется в виду, по даже небольшое распространение по структурам уже имеется распространение, и качество жизни пациента, конечно, ухудшается. Ну и при Т4Б это категория, когда пациент отказывается от обширного вмешательства. Обширное вмешательство, можете себе представить, какое оно может быть. Когда задействованы структуры и костные структуры, конечно же, здесь можно рекомендовать пациенту лучевую терапию в самостоятельном режиме, либо конкурирующую химиолучевую терапию с целью увеличения выживаемости. Ну и обратимся к самим рекомендациям CCM 2021 года, в которых, как видите, представлены изначально различные гистологические формы. И, как видите, мы видим при биопсии первый слайд, у которых... У пациентов, у которых по биопсии очень важна необходимость выполнения точного гистологического заключения, ну и в целом. Далее мы обращаемся к, так же, как и клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации, у нас по градации Т1, Т2 и до Т4, что мы можем предложить, в общем-то, идентично мы повторяем. Ну и хотел бы сказать о режимах химиотерапии, о чем будет подробно более далее сказано, но в целом первая линия, которая предлагается, пембролизумаб-платина, и цисплатин. Есть комбинация режима, есть режим, когда предлагается категория первой и категория второй, то есть в зависимости от, естественно, стадии, от ситуации относительно пациента, ну и это вальсальная платина, содержащие препараты. Ну и хотел бы сказать небольшой опыт нашего института по лечению и по, в общем-то, диагностике, скажем, больше труд. Спасибо патоморфологам, нам помогли собрать этот материал. Было исследовано 51 человек, из них синоназально недифференцированный рак составило 9 человек. На самом деле это действительно, обращаясь к предыдущему слайду, если говорить о представленных слайдах наших коллег, у которых также были по 9, 13, 8, 7 где-то человек, на самом деле тоже это большая выборка такая для нашего института. И, в общем-то, хотела бы сказать о том, что мы действительно этих пациентов уже лечили. И первый пациент, о котором хотелось бы сказать, 42 лет, у него синоназальный недифференцированный рак правой половины полости носа. Пациента Т4-0-0, ему было проведено 2 цикла химиотерапии, представленная химия. И далее мы пациенту провели лучевую терапию. Также в режим лучевой терапии мы включили цисплатин, получили эффект стабилизации процесса. Далее было проведено 2 цикла химиотерапии. Ну, пациент получил эти циклы, имелись осложнения, но и в целом мы получили полный регресс. В последующем проведено 2 консолидирующих цикла химиотерапии. Пациент находится в наблюдении и в контакте. В общем-то, у пациента признаков прогрессирования на сегодняшний день нет. Будут представлены слайды, которые... представлены слайды, которые Ольга Игоревна, большое спасибо, представила нам по именно синоназальной недифференцированной опухоли. Это пациент, о котором говорила ранее, анамнез был представлен. Как видите, у пациента имелось распространение достаточно большое. Пациент получил это до начала лечения, опухоль представлена на слайде. Ну и в процессе лечения у пациента было проведено лечение в объеме химиолучевой терапии. Это цисплатин и суммарная доза проведенного лечения 66 грей. Как видите, есть у пациента эффект стабилизации мы получили у данного пациента. И на фоне проводимого химиолучевого лечения было выполнено исследование после, на 40 грэх мы получили эффект, мы видим его именно по данным МРТ. Ну и хотел бы сказать о том, что по сравнению представлены слайды уже от 2017 года
на самом деле мы получили хороший эффект, у пациента имеется полный регресс, и пациент находится у нас в наблюдении по сей день. Как видите, слайды представлены, мы обсуждали с Ольгой Игоревной, и оценить было очень сложно, поскольку здесь имелась и отечность ткани, и имелись признаки остаточной опухолевой ткани. На самом деле было сложно оценить, и поэтому с МРТ-специалистом обсуждался, на консилиум пациент обсуждался. Ну и, как видите, уже в декабре 2018 года у пациента полный регресс, данных за рецидив не получено, пациент находится в наблюдении. И еще один пациент, у которого также недифференцированная синоназальная карцинома задних отделов полости носа, пациенту 17 лет. По данным иммуногистохимического исследования KH-740 40%, и мы видим, что локализация – это свод носоглотки дно клиновидной пазухи. Пациенту было проведено лечение, сначала лучевая терапия. У пациента было выявлено прогрессирование процесса, последующим после лучевой терапии. И пациенту было проведено лечение в объеме химиоэмболизации сосудов опухоли, где уже нам помогли нейрохирурги Института имени Алмазова, филиал Поленова, где наши коллеги-нейрохирурги выполнили эмболизацию, и у пациента в течение 2-3 лет у пациента нет данных за рецидив. И, в общем-то, данный пациент представлен на слайде. Как видите, большое распространение у пациента. И, в общем-то, задние отделы полностью обтурированы, и имеется мягкотканное образование, которое представлено на слайде. Пациенту проведена лучевая терапия, и после полученного лечения у пациента возникло прогрессирование. Мы видим, что у пациента имеется на сегодняшний день, представлены слайды 2016 года, они у пациента в состоянии после сразу химиоэмболизации сосудов опухоли, и возникло это после проведенной химиотерапии. И далее пациент находился в наблюдении. Как видите, у него отмечается уменьшение солидного узла в левой половине носа. Ранее у пациента были практически 4 сантиметра опухоли. На этом слайде, на тот момент, пока исследовали, данное образование уменьшилось. Имелась остаточная опухолевая ткань, и был проведен второй этап химиоэмболизации сосудов опухоли, что позволило взять все-таки контроль над опухолью, получить хороший результат, и пациент находился в наблюдении. Вот на самом деле такое ощущение, о чем мы задавали вопрос Ольге Игоревне, о том, что очень сложно интерпретировать, когда есть отеки, когда есть остаточная опухоль, дифференцировать, как Ольга Игоревна также в этих слайдах описано ее заключение о том, что трудно дифференцировать, и оставляем под наблюдением, тщательно наблюдается, тем более, что это мальчик 17 лет. Поэтому без отчетливой динамики был получен вот такой вот результат, и данных за опухолевый процесс уже получено не было. В общем-то, огромный труд нескольких подразделений, начиная с патоморфологов, очень сложная категория пациентов, у которых имеются носовые кровотечения и большие проблемы с дальнейшим и лечением, и объяснением, тем более, если в группу этих пациентов попадает ребенок.